Давайте следующий вопрос. Сколько тупых углов может быть у, ну, допустим, пятиугольника? Или другой вариант, выпуклого пятиугольника? Какие могут быть варианты? У него 5 углов. Значит, в принципе, может быть 0, 1, 2, 3, 4, 5. Но какие-то варианты возможны, а какие-то варианты нет. Да, какой вариант возможен или какой невозможен? Чего? Ноль тупых углов невозможно. Что не может быть у пятиугольника ноль тупых углов. Почему? Потому что если все углы, тогда максимальный угол, который может быть, это только прямой. Значит, если тупых углов нет, то все углы будут не больше 90 градусов. Да. И опять таких углов не составит. Сумма углов пятиугольника это 540 градусов. Значит, сумма углов пятиугольника должна быть 540 градусов, а из пяти углов острых или прямых углов набирается только 450, что меньше, чем может быть. Значит, 0 углов не может быть. Хорошо, значит, теперь другие, кто-то... Давайте, если кто-то знает плюс или минус, что что-то может быть или что-то не может быть, то поднимайте руку и говорите, что может быть, что вы знаете. Да. Я знаю, что может быть 5. Может быть 5 тупых углов. Ну, это просто надо нарисовать. Правильно. Ну, не обязательно правильный, но важно, что у него все углы были тупые. Я могу... Сейчас, подожди, давайте аккуратно. Значит, мы поставим сюда плюс, и он будет выпуклым, можно поставить сюда плюс. 4. Да, и здесь, кстати, если минус, то здесь минус. Что может быть? 4 тоже. 4. Можно нарисовать? Да, могу. Давайте, окей, давайте. Сейчас, ну подождите. Я не писала, что невозможно. А, сейчас, ну подождите, по очереди. Вы хотите поставить плюс куда? Сюда. Он будет выпуклый или нет? Да. Тогда можно сразу поставить плюс сколько колонки, потому что мы говорим, что мы... Я вам заранее поставлю плюс. Подождите, у вас уже получили пятиугольник, я не знаю, что. У вас уже все стороны. Раз, два, три, четыре, пять. Надо только тогда продолжать, если уже будет выражение. Какие углы где? Вот раз, два, три, четыре, один. Я одного. Минус. Почему? Этого тупого угла быть не может. Сумма всех углов 540, это можно? Ну да, сумма 540, то есть чему может быть равны эти углы? Максимум этот тупой угол может быть равен 180 градусов. На самом деле 180 тоже не может быть. Тупой угол, если он даже и тупой? Ну, меньше 180. Это мы про выпуклые эти углы не говорили? Или про изгой? А, точнее нет, про выпуклые. Тогда мы стираем, про выпуклые. Значит, угол может быть самый большой 180 градусов. Ну, почти что 180 градусов. Хорошо. А остальные 4 углы... Максимум по 90 могут быть. Есть... Максимум по 90. Всего получается 540 градусов. Но 540 градусов меньше 540 градусов. Да, потому что 180... Не достигает. Получается немного меньше 540 градусов. А должно быть ровно 540 градусов. Хорошо. Значит, этот минус, да, вы можете поставить вверх или вниз. Давайте. Вот пример. Есть пример. Да. А это будет такой супер тупой угол. Что-то я не могу, у вас там еще один. Плюсик сюда. И 2, 3, 4. Почему?
Почему? Здесь только один, но другого... Нет, а можно сужать внешность. Нет, нарисуйте другие примеры. Давайте посмотрим другие примеры. Пятиугольник, оно не выпукло. А теперь мы хотим, чтобы было три выпукла. Три угла. И где же они у нас? Подождите, эти два острых. И где три тупых угла? И вот. Это мы ставим сюда. Значит, верхние строчки разобрались. Теперь осталась нижняя строчка про выпуклые пятиугольники. Сколько у них может быть острых углов? Тупых углов. Ну что, вы можете что-нибудь запомнить? Можете запомнить что-нибудь? Значит, да или нет? Я тоже запомнил. Сейчас осталось? Вопрос такой, нам нужен выпуклый пятиугольник с двумя или тремя тупыми углами. Выпуклый пятиугольник с двумя или тремя тупыми углами. Можно кто-нибудь такой нарисовать? Такой? Да. Выпуклый пятиугольник. Сейчас будет два или три? Сейчас будет три. Три тупых угла в выпуклый пятиугольник. Давайте. Значит, где тупые углы? Три. Отметьте их. Вот есть три тупых угла и два совершенно очевидно острых. То есть это вроде три тупых угла, вы помните углы. Заполняем сюда. Я научился делать два тупых. Да, ну подождите, может быть. Ну давайте, давайте вам снимем. Да. Нарисуйте два тупых угла и пятиугольник. Здесь почти что треугольник, чуть-чуть то точку выполнил оттуда. Получится тупого угла. Здесь получится тупого угла. А у меня есть другой вариант двух тупых углов. Не понял. У меня есть другой вариант двух тупых углов. Другой вариант двух тупых углов. Нарисуйте другой вариант двух тупых углов. Это вот углы какие? Прямые? Да, это пожалуйста. Прямые. И здесь просто отпиливаем угол квадрата, получается квадрат, те же три прямых угла остаются, и появляется еще два тупых угла. Хорошо.